Показываю, как выравниваю поверхность ватной игрушки, деформированную после высыхания. С помощью закрытых ножниц шлифую поверхность. Скребу с небольшим нажимом. Если нажим будет слишком сильный, то есть риск повредить поверхность. Но в этом тоже нет ничего страшного, потому что легко это можно поправить. В конце промазываю игрушку клейстером для разглаживания взъерошившейся ваты.